Наваристая рыбацкая уха – традиционное и главное угощение праздника «День рыбака». Огромное количество севастопольцев и гостей города специально приходит на торжество, чтобы попробовать блюдо, которое давно стало символом праздника. Мы сегодня приготовили уху. Уху царскую приготовили. На самом деле там 6 видов рыбы. Калкан, там семга, там ёрш, там ставрида черноморская, океаническая. Сегодня это будет 1000 литров. Для города мы сварили там 3300 порций. Для тех, кто любит не только обычную пищу, но и духовную, организована выставка работ декоративно-прикладного искусства. Для желающих освоить новое ремесло здесь учат гончарному делу. А маленькие гости праздника могут почувствовать себя в образе владыки морей Нептуна. Но все же главные виновники торжества – те, кто связал свою судьбу с рыбной промышленностью. Анатолий Петрович и Олег Пантелеевич – ветераны государственного предприятия «Атлантика». Проработали на нем около 30 лет. В один голос говорят – свою жизнь без рыбы и представить не могут. Был на разных судах – на Ковшовой, на Поливановой. Вот. Вытворяли, консервы делали, рыбу морозили, ловили все. Ну вот это рыбацкая стихия была. Мой путь начался на РТМ «Клязьма», за которую я получил, даже мы 5-летку выполнили за 9, то есть за 3 года и 9 месяцев, и получил даже бронзовую медаль в свое время, да. С профессиональным праздником ветеранов рыбной промышленности поздравили директор севастопольского филиала МГУ имени Ломоносова Иван Кусов и депутат Государственной Думы Дмитрий Белик. Для Севастополя День рыбака – это вот именно наш праздник севастопольский. Потому что Севастополь всегда славился своим мощным рыбным флотом. Во времена Советского Союза особенно. Это был один из самых больших, крупных рыбных флотов в Советском Союзе, да, наверное, и в мире. Хочу поздравить всех севастопольцев с этим прекрасным праздником. Всех людей, которые имеют отношение к флоту, особенно к рыболовецкому флоту. Поздравляю с Днем рыбака. И тех людей, которые просто любят порыбачить, тоже поздравляю. Дополнила программу празднования Дня рыбака выступление оркестра русских народных инструментов. День рыбака в Севастополе – один из самых любимых праздников. Традиция отмечать эту дату столь масштабно возродилась после воссоединения Севастополя с Россией. Святослав Данилов, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя.